1991 года рождения, уроженца города Саратова, избрать меру пресечения и заключения под стражу с содержанием в ФКУ Следственного комитета России по Саратовской области на срок 2 месяца, то есть по 7 декабря 2019 года включительно. Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке судебной коллегии по уголовным делам Саратовского областного суда через Октябрьский районный суд города Саратова в течение 3 суток со дня вынесения. Обвиняемый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении материала суда в апелляционной инстанции, о чем указывает в своей апелляционной жалобе и возражениях на жалобные представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. Также извещаю участников процесса, разъясняем право ходатайствовать перед судом.